Для лыжников-гонщиков лето не время для отдыха. Чтобы показать высокие результаты зимой, нужно тренироваться круглый год. Прежде чем приступить к летней подготовке, спортсмены проверяют силы в традиционном весеннем кроссе. Эти соревнования являются открытием летней оздоровительной кампании, так как после зимнего сезона есть небольшой перерыв, когда ребята отдыхают, когда восстанавливаются. И вот эти соревнования первые наши, это как бы дается старт начала лета, начало летней подготовки. А дальше ребята уже занимаются по плану. На старт вышли совсем юные и опытные спортсмены. Глеб Трушкин активно готовился к старту и показал лучший результат на дистанции 3 километра. По словам спортсмена, победа не повод расслабляться и отдыхать, потому что всегда есть к чему стремиться. Это были первые соревнования. Ну, достойно. Я думаю, что, конечно, все еще впереди. Все еще сборы впереди. Вот. Думаю, еще нагоним. Яна Сабитова призналась, что этот старт дался ей нелегко. Девушка готовилась к экзаменам в школе и не всегда успевала тренироваться. За лето Яна планирует наверстать упущенное и подготовиться к всероссийским соревнованиям по лыжероллерам. Вообще летние планы у меня большие. У меня будут все лето сборы. Первый сбор будут в Лесной Поляне проводиться, вторые – Саранск. И так как наш город будет проводить чемпионат России по лыжероллерам, то, соответственно, третий сбор тоже будет в Сарове, я на нем тоже буду. По итогам соревнований победителям и призерам в каждой возрастной группе вручили дипломы и ценные призы. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».